Привет, друзья! Сегодня у нас токарка. Сделаю еще один подсвечник. Имеется вот такой брусочек. Сейчас мы его зажмем здесь. Здесь проточим. Затем развернем. Проточим с этой стороны. Расточим под свечечку. Затем снова развернем. Сделаем подставочку. Затем развернем. Закруглим. Затем шлифовка. И пропитка. Перед пропиткой кину в микроволновку на несколько минут, чтобы прогреть, чтобы вышла вся влага. Подожму центром к кулачкам, чтобы не расколола вот такая шайбочка. Если вырвет, убьет видеокамеру. Поджиманта и вперед. Теперь переворачиваем обратные кулачки. Первый, второй и третий. Зажимаем легонечко. Хотя можно и не легонечко, потому как будет еще чистовая обработка. Вот такой резец сделан из пластины R6M5. Зажимаем. Еще немножко.
И еще совсем немножко. И еще совсем чуть-чуть. Отжимаем. Теперь вот так. И поджимаем центром. Теперь чистовая обработка. Так, смотрим, смотрим. Надо бы еще. Нормалек. Теперь вынимаем и делаем вот так. Поджимаем и поехали дальше. Нормалек, нормалек. Теперь отожмем. Вынимем. Снова прямые кулачки. Одеванта. Поджиманта. Продолжаем.
Нормалек? Нормалек. Выни манту. Получился вот такой подсвечник. Вот такая красота. Смотрим частоту обработки. Блестит как лакированный. Сейчас мы быстренько его испытаем. Вот такая свечечка. Зажигаем. Работает. Замечательно. Сейчас я быстренько пропитаю маслом льна. Но сначала на полчасика помещу в микроволновую печь, чтобы разогреть, чтобы вышла вся влага. Фу. 200 ватт минут на 5. Прогрели. Такой горяченький. Температура 83 градуса. И пропитываем. Говорят, очень долго это масло высыхает. Думаю, годика через пол. Также здесь. Возьмем кордонку. Моментально впитывает. Немножко потемнел. Сколько не намажешь, все впитывает. Ну, я думаю, на этом остановимся. На этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы. Продолжим годика через пол, когда масло высохнет. И всем пока.